Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня мы посмотрим на две игры от подписчика, от Кузнецова, который, кстати говоря, сделал игру «Уход за домашними лунятами», которая мне очень понравилась. Это тоже, в этой игре тоже есть они, и первая игрушка, это типа пародия на Five Nights at Freddy. Вообще никогда не любил Five Nights at Freddy, поэтому... Вероятно, возможно, я буду не в восторге от этой игры. А вот следующая игрушка, там платформер. Вот он, может быть, мне и понравится. Посмотрим. Геймджолтеры. Что я тут должен выбирать, я, честно говоря, не знаю. Ник токен, я не знаю, нужно это или нет. Что в магазине у нас тут есть? А, вот, так. Я понятия не имею, что это все дает. Офисные гости. Следи за дверями. А, это наборы, типа что ли? Нянька, ну не знаю, давайте выберем няньку. Хотя тут можно, я тут, так понимаю, отдельно выбирать. Ну, в бой. Я никогда не понимал вообще смысл Five Nights at Freddy. Мне никогда не нравился вообще, никакая игра мне не нравилась из Five Nights at Freddy. Это хоррорная игра, она напрягающая мне, и мне вообще не по душе. Но раз уж просил подписчик снять вот его игру, то почему бы нет? Но сразу говорю, я сомневаюсь, что буду в восторге от этой игры, но... Закрыть, открыть правую дверь и... Ну, я что-то примерно помню. Из игр. Я вот помню, смотрел у Куплинова, например. Для Куплинова сделали пародию Five Nights at Freddy, где 5... Это 5 ночей с Куплиновым. Опа. Вот нас и поймали. Я не понимаю как, но нас поймали. Тут что-то надо за камерами следить. Я их еще не открывал, сейчас посмотрим. Давайте я этих всех отключу. И вот этого особенно. Ну вот этого оставим. Егор Маджикс. Что за Егор Маджикс? Это же птичка из Angry Birds, блин. Вот это отключить тоже. Давайте лунтиков оставим. Вот это вот закрывает. Вот это дверь. Это у нас что? А, это маска. Зачем она нам нужна, не знаю. Можно ли в маске... Нет, нельзя в маске смотреть за камерами. Где там от Куплинова надо было защищаться. Там Куплинов был злодеем, и это... Ну и там-то даже смешно было бы, если... Пошли нафиг отсюда. Возможно, если бы меня бы тут в качестве злодея сунули, может быть, я бы посмеялся. А так что я не знаю. А, вот это еще появилось. Как убрать его? Убирайся, я говорю. Что с ним надо делать? Как? Куда его надо? Что с ним надо сделать? Пиши отсюда. Как убрать птичку? Да блин, как уже этот крик да задолбал, а? Ой, блин. Ну, это игра пугающая, конечно, но... Ладно, давайте попробуем еще раз. Я не совсем понимаю смысл игры вообще. А, я понял, это сигналка, типа. Это птичка, это не злодей, это сигналка.
Чё она свистит-то? Как это остановить? Как её остановить-то, ё-моё? Вот это что она делает, я тоже не знаю. Пишет отсюда. И что? Здесь надо продержаться сколько-то или что? Я вот это вот не знаю. Да блин, уже этот звук задолбал. Это как это? Это знаете, что напоминает? О, господи, это все-таки злодей, да? Нет, это злодей все-таки. Давайте ее уберем. Это все злодеи. Давайте отключим их. Что-то я не пойму, а когда отключено, а когда нет. Не видно, непонятно. Ну ладно, в общем. Неважно. Температуру что-то тут еще можно понижать. Только что нам это дает? Вот это вот не ясно. Да, я не понимаю смысла этой игры, серьезно. Да что ж... Нет, она была включена. Это она была включена. Тут просто у обоих белый цвет и непонятно. А эту не открыть. Не закрыть, точнее, эту. А еще вот эти можно закрывать. Вниз температуру теперь. Короче, напишите, знаете что, напишите в комментариях вообще, в чем смысл игры Five Nights at Freddy. Потому что я не знаю. Не знаю и никогда, честно говоря, и не интересовался. Ну вот сейчас немного интересно стало. Раз уж приходится играть, надо все-таки знать. Зачем маска? Зачем аккумулятор? Ой. Я нажал на Escape, и игра сама по себе закрылась. Ай, ну и ладно, короче. Давайте следующую тогда сразу игру запустим. Чё в этой игре уже ковыряться? Просто я признаю, я не понимаю смысла игры Five Nights at Freddy. И никогда не любил эти игры. Так, музыка, это ремикс из Bad Piggy с игры. Super Lunatic Bros называется игра. Это у нас вроде как платформер. Шрифтская доседа, кстати. Ну, давайте посмотрим. А, вот так. Я так понимаю, это враг. Хотя не должно быть это врагом. Так. В нору падать, я так понимаю, нельзя. Ой, здоровье отнимается. Домики. Ой! Я упал в нору Корнея Корнеевича. И здесь тоже нора Корнея Корнеевича. Да ё-моё. В смысле, я же не упал. Ну ладно, эта игрушка больше привлекает внимание, чем предыдущая. Может быть, это будет поинтереснее. Интересно, земляничку это обязательно надо собирать? Да ё-моё. Да ё-моё. А что не берется-то? А, он мигает какое-то время еще. Не знаю, обязательно ли... Да ё-моё, я забываю про эту яму.
Не знаю, обязательно ли вообще собирать все ягодки. Да что ж такое, я же нажал кнопку прыжка, ну как так-то, ё-моё. Ерунда какая-то происходит немного. Но пока что мне нравится игрушка. По крайней мере, она не страшная и... Все-таки Лунтик это как бы дружелюбный такой мир, по идее, должен быть. Но что-то Лунтика тут окружают одни враги. Это тоже враги, я так понимаю. Почему муравьи стреляют в Лунтика? Они же не враги Лунтика. Шипы нарисованы, прикольно, блин. Так, на это можно встать. Так, а тут ты как? Ну-ка. А, на ней надо, что ли, ехать? Только она назад едет. А, ну да, на ней надо ехать, я так понимаю, да. Блин, это смешно как-то выглядит. Вот это... Чё она так дрожит-то странно? А, еще и листья нас атакуют. Ну что это за ерунда? И опа. О, ладно, везет нам. Так, вот это, если вот это враг, то я просто офигею. Да, это враг. Как бабочка Элина может быть врагом Лунтика? Это же вообще, она же вообще влюблена, по-моему, в него. Или он влюблен в нее, или оба, я не помню точно. Ага, уровень третий. По-моему, кстати, три уровня было написано в описании. Осторожно, рукастые водоросли атакуют. Одну букву забыл написать. И, а как это, а что здесь надо сделать? А, вот так надо. Понятно. Ух, ё-моё. Она меня задела, что ли? Музыка вообще не из Лунтика сразу. И вот это, что это за фигня, это тоже не из Лунтика. Ой. Что с этим надо сделать? Это перепрыгнуть или она уйдет? И как это пройти? Это перепрыгнуть, наверное, надо. Да блин! Да ё-моё, а! Она сразу убивает меня. Может он выше может прыгать? Ну-ка, давайте проверим. Опа! Хорош! Я это прошел. Ага, рычажок. Вот это тоже здоровье снимает. И что этот рычаг открыл, я пока ничего-то не понял. А, вот он еще. Господи, ну как рак Чики-бряк может быть врагом Лунтика? Что жаба-клава делает в пруду, тоже я не знаю. Ой-ой, двигайся, не двигайся. Это как, то есть надо стоять, и оно... Да ё-моё, блин! Это уже раздражать начинает. И никаких чекпоинтов еще, блин, нет здесь. Отстой какой, а? Просто отстой. Тик. Тик. Еще раз. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Здесь проходим. Вот так. Все, в принципе, идет налегке. Но здоровья у нас очень мало.
А теперь 4 у нас, Иван. Ай, блин! Вот как не вовремя он появился, а? Вообще, какого фига реально Ракчик и Бляк? Это враг Лунтика. Тут все враги Лунтика, блин. Что за ерунда такая, а? Да блин, ну как я же... Что за ерунда-то такая, а? Хорош. Я прошел это дерьмо. Ну, как Пискарь Иваныч-то может быть врагом Лунтика? Ерунду-то не говорите, пожалуйста. Еще одна такая... Эй! Пошло нафиг, ладно. Пошло нафиг, ладно. Давайте на этом закончим. Ну, в общем, обе игрушки может быть интересны. Вот этот платформер, ну, довольно интересно сделан, но... Все-таки над ним бы еще поработать. А вот по поводу первой игрушки. Ну, во-первых, я никогда не любил Five Nights at Freddy. И даже не понимаю смысла этой игры. Никогда этой... Вообще, хоррор-игры я не очень-то люблю. Пугающие игры. Это как-то не в моем стиле. Ладно. Ссылочки на обе игры будут в описании. Спасибо за просмотр. С вас и вас подписался. С меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримский канал. Субтитры ВКонтакте. И всем пока.